С приходом продолжительных морозов в городском округе один за другим начали открываться катки. В числе первых приступил к работе каток на стадионе «Энергия» в деревне Богослово. Хоккей, массовое катание на льду и салки. Что может быть лучше спорта на свежем воздухе? Ведь такая замечательная погода, а здесь, в Богослово, уже залит каток. Приходить можно прямо сейчас. Открытие катка богословцы ждали с нетерпением. Последняя зима с дефицитом снега и бесконечными оттепели не дала возможности вдоволь покататься по ледяной глади. Первый лед в этом сезоне оправдал все ожидания. Тут можно кататься, тут есть хорошее освещение. Много людей катаются, весело всем. Ну, хороший лед. А твои первые трюки ты здесь учился? Да. Я здесь только научился кататься. Мы очень хотели, мы очень ждали, поэтому сегодня быстро сделали уроки и пошли на каток. Очень довольны, уставшие, быстро ложиться спать. За содержание стадиона и ледовое покрытие отвечает муниципальный клуб Гребнево. Воду для заливки катка брали из спроектированного для этих целей водозабора. В течение недели, да, заливали. Процесс достаточно трудоемкий. Прокатиться по первому 8-сантиметровому слою льда попробовал руководитель территории Илья Яковлев. Нам удалось залить каток до 15 декабря, как поставлено по графику. И сегодня наш каток в деревне Богослово радует всех наших жителей и гостей деревни. Вы это можете прекрасно видеть. Вечером на катке смотрители включают музыку, освещение и иллюминацию, что только усиливает новогоднее настроение. Последний штрих для тех, кто еще сомневается, поехать в Богослово или нет, на катке работают раздевалки и парковка. Удобно, если вы отдыхаете в компании или с семьей. Все 17 катков городского округа будут готовы принять любителей ледовых видов спорта к 15 декабря. Адреса мест для катания опубликованы в официальных группах администрации в соцсетях, а также в аккаунтах Щелковского телевидения ВКонтакте и Инстаграм. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.